Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 689. В Откровении говорится о саранче. Что это значит? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Откровение 9 глава 7 стих. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у них как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. Иные понимают, что это танковые армады, иные понимают, что это еретики, сегодняшнее их нашествие, пожирающее наследие веков. Архиепископ Андрей Кесарий Каппадокийской, толкователь апокалипсиса, дает до 7 толкований. Думаю, что нельзя давать предпочтение ни одному из них. Доживем, увидим.